Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. Понедельник в Самарской области пасмурная и дождливая погода. Днем плюс 12, плюс 14, ночью 9-11 градусов с плюсом. Северо-западный ветер, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи и без осадков. Днем плюс 15, ночью плюс 9, северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя, днем плюс 14, ночью 11 выше 0, ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурное небо, осадки в виде небольшого, но продолжительного дождя, днем плюс 13, ночью 9 с плюсом, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 56%. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.